привет, мои уважаемые подписчики блога Галина Савинич. Я хочу показать вам суперэффективное удобрение, которое можно сделать на своем участке совершенно бесплатно. Значит, берем бочку с водой или ведро с водой. В данном случае у меня бочка, наполненная водой до половины. Берем крапиву. Вот сколько я беру крапивы, много. И эту всю крапиву отправляем в бочку. Вот мы ее еще граблями утопим. Крапива содержит огромное количество микроэлементов. В ней содержится самое главное магний, кремний и калий. Это те вещества, которые особенно нужны нашим растениям. Если замочить только крапиву, это будет идеальное удобрение для помидоров. Но мы туда добавим еще кое-что. Вот я сегодня с утра прополола некоторую часть моего огорода, откуда извлекла одуванчики. Одуванчики – это тоже замечательный биологический ресурс удобрения для нашего огорода, потому что одуванчики содержат огромное количество калия, который также необходим нашим растениям. Если замочить только одуванчики, то мы получим идеальное удобрение для огурцов. Но мы сделаем все вместе для всех растений. И крапивы, и одуванчики. Кстати, одуванчики я кладу прямо с корнями. Вот когда я делаю прополку, я ее делаю с помощью лопаты. Потому что если не извлечь вот такой корень, то на одно и то же место будешь приходить по 5-6 раз за сезон. Поэтому я прополку произвожу с лопатой. И вот я туда же отправляю одуванчики. Уж чего-чего, а одуванчиков на любом огороде огромное количество. Но это бесценный калий для наших растений. Все это мы утапливаем в бочке. С землей, с корнями. Потому что в земле содержатся полезные бактерии и ферменты, которые усилят процесс брожения. Но чтобы процесс брожения был более интенсивный, сюда желательно добавить, ну я не знаю, бутылку кефира или прокисшего молока, фитоспорин. Или, например, прекрасное удобрение, добавка, которая содержит полезные бактерии, это Байкал. Вот немножко, стакан Байкала сюда. Все это начинает бродить. И через 2 недели получится идеальное удобрение для любых типов растений, цветов, плодово-ягодных растений, кустарников, деревьев, для всего. Единственное, я добавляю, что здесь получится сильно концентрированный раствор, очень концентрированный. Разбавлять его нужно как минимум 1 к 10, можно даже 1 к 20. Рекомендую всем. Я этот способ проверила уже давно. И вот такое удобрение обожают все растения без исключения. Всем привет!